Прокуратура Ненецкого округа выявила факты нарушения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Данные были получены в ходе мониторинга интернет-ресурсов, которые предоставляли гражданам возможность купить электрические удочки для ловли рыбы. Вместе с тем, в соответствии с законодательством, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять добычу рыбы с применением орудий и способов вылова, воздействующих на водный биоресурс электрическим током. В связи с этим прокуратурой округа в феврале 2019 года в Октябрьский районный суд города Архангельска предъявлено 18 административных исковых заявлений о признании информации, размещенной на указанных интернет-ресурсах, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Требования прокурора судом удовлетворены, доступ к указанным информационным ресурсам заблокирован. Работа по данному направлению прокуратуры Ненецкого округа продолжается.